Меня вдохновляет великий ученый Мария Кюри. Когда я училась в школе, впервые узнала о Мари, меня вдохновил ее опыт, то, что она, можно сказать, одна из немногих женщин, которые занимались наукой в то непростое время, когда в основном этим занимались одни мужчины. Вы знаете, я, конечно, не так часто вспоминаю сейчас в своей взрослой жизни о ней, но я уже представляю, как я своей дочери буду говорить о том, что заниматься наукой сейчас может любая из нас, и никаких преград сейчас на самом деле по гендерному разделению у нас уже нет. Меня вдохновляет ее настойчивость, ее преданность своему делу. В непростые времена она очень долго искала ответы на вопросы, которые поставила в самом начале своего карьерного пути. Мне запомнилась ее цитата: «Будьте менее любопытны о людях и более любопытны об идеях». Я думаю, сейчас переоценить ее влияние невозможно, потому что она положила начало вообще женской научной деятельности в различных университетах. Очень много кафедр сейчас по всему миру названы ее именем. И молодые девушки-ученые продолжают работать, выбирать этот путь. Поэтому большое ей за это спасибо. Очень многие забыли о том, что такой великий ученый жила и работала в непростой вообще период нашей истории. Поэтому сейчас мне бы хотелось, чтобы наши школьницы, молодые девушки, знали, что ее опыт может нас вдохновить. Она очень умная, она настойчивая и она по-настоящему смелая.